Ребят, всем привет! Сегодня воскресенье, и мы в Макдональдсе. Вот Наташа заказывает нам обед. Ну, я хочу чикен сэндвич. Окей. Тебе пойдем? Да. Большая пол, не медиа. Почему они мне не дают заказать large? Ладно, идет. Тебе не хватает маленькой? Да, хватит. Upgrade meal, thanks. Okay. Еще одну chicken sandwich. Так, вот. Вот так происходит наш заказ. Так, все. Заказала, сейчас надо заплатить. За два сэндвича 17.61. Так, hard. А наличку нельзя туда? Потому что можно, не знаю. Эту штуку. Я первый раз это делаю. Ты всегда или по телефону, или в очереди, да? Ну да. Ну вот я давно Наташу просила, говорю, покажешь обязательно на видео. Все можно карточку убрать. 833, смотри. Это следующий? Номер нашего заказа 833. Окей. А на стол ставить 39. Ну все, я пошла. Ну, теперь можно брать эти. Большой взять. Ты хочешь большой или маленький? Да мне без разницы. Он попросил меня. I want Baba to hold this. Давай я подержу. Хочешь, чтобы баба подержала. Так, вот я наливаю себе. Насыпаю лед и наливаю себе, чтобы мне налить попить. Тут можно mellow yellow, это как это, как Mountain Dew или Sprite, вот он. Наверное, Mountain Dew попью. Ой, блин, уронила. Но она закрыта? Да. Аккуратно не урони. Да я придерживаюсь. Что так неудобно, блин, все сразу. О, ты мне сделала? Да. Ну, спасибо, доча. Я за что? Мне что-то горло сегодня заложило. Где они? Ой, смотри, на Алекс какой прикольный. Мы уже там сидели. Привет, Алекс. Ну, ничего страшного. Сейчас покажу вам, что мне принесли. Чикен сэндвич. Это как бы отбивная из курочки, да? Обжаренная в чем-то. Листики салата, помидорка. Булочка зажаренная. Горячая. Все только что приготовили. Очень свежая и вкусная. Картошку пожарили тоже только что. Ребят, смотрите, сегодня 22 декабря. На полях совсем нет снега, да и вообще очень-очень мало снега. Мы сегодня по другому пути заезжаем в Сью-Фолс, потому что здесь работает наш зять, здесь его машина стоит, мы сейчас ее заберем. 2 недели уже простояла, прождала хозяина. Я с тобой поеду. Все, мы с дочей пересели. Доча села за руль.
И мы поехали сдавать автомобиль, да? Ну, да. Арендованный автомобиль. Алекс остался там, он уснул. А вот тут вот построили, дочь говорит, клуб для гольфа. Ну это вот как-то по телевизору показывают, там люди приходят, и там, вот видишь, там 3 этажа. Угу. И на любом этаже становишься, там такая, как бы сказать, площадочка, и оттуда можно шарик этот гольфовый колотить. Угу. И чтобы он не улетал, сделали вот такие сетки вокруг. Понятно, я думаю, что это там открыто вроде. И там можно выпить, можно перекусить. Короче, ну, тусовка такой, такая, да, для любителей гольфа, знаю, да? По-моему, сейчас там, вон, смотри, даже до сих пор, там народ еще есть. Так там автомобилей, смотри, сколько. Ну, это очень популярно вообще в Америке. Я не знаю, почему у нас долго так не было, все в Фолсе. Ну, вот столько так. Народу, вообще все занято. А особенно летом там будет вообще не протолкнуться, там, наверное, будет надо записаться. Почти каждое там. На время, да? Да. Ну это прикольно. Там вообще люди не обязательно умеют в гольф играть. Тут какие-то статуи стоят вот как раз. Нет, это про спорт комплекс. Это Сенфордовский. Сенфорд спортивный комплекс. Это все вот это спортивный, да, комплекс. Спортивный комплекс. Комплекс. Комплекс Сенфорда. Я не знаю, где Сенфорд еще есть, но у нас конкретно он в штате. Это один из самых главных провайдеров медицинских. У нас Авера есть и Сенфорд. Ну все, едем по дороге. Все, что включилось. Сейчас включилось, да? Нет, не включилось. Смотри, дай сходишь. Здесь мы будем сдавать автомобиль. А не где знаю. Здесь? Я не знаю. Я смотрю, здесь очень много автомобилей. Ну где это здесь? Что это? Что это такое? Я же тебе сказала, что это аэропорт. Понятно. Вот туда покажи. Я не знала, что это аэропорт. Я же тебе 250 раз уже сказала. Я думала, мимо будем проезжать. Да, я думаю о чем-то. О чем-то непонятном. Ты улетала отсюда, да? С этого аэропорта. А, вот, Returns. Возврат. А как это сдают? Просто привозят? Ну, я не знаю, кому-то ключи, наверное, отдаст. Там же в аэропорте постоянно кто-то работает. А, и тоже люди прилетели, например, взяли сразу в аренду автомобиль, да? И поехали куда надо. Ну, вот, Returns. Всякие разные машины. Открыла окошко, чтобы побольше, получше видно было. Вот на любой вкус и любой кошелек, да, Дуча? Ну да. Ну в основном я думаю, что от 40, по-моему, начинается доллар в день. А вот эта вот машина сколько стоила в день? Ты не в курсе? Я вообще не знаю, спрошу, может скажет мне, может не скажет. Что делать? Наверное, хочет куда-то припарковаться. А вот эту, наверное, уже сняли. Car. Return. Ну вот тут написано Enterprise. Там было бюджетное, вот это Enterprise. Не знаю, что значит Enterprise. Наверное, подороже. Ну так они чистенькие тут все, намытые уже стоят. Кому кто-то в грязную машину садится? Правда? Что он делает, я не могу понять. Что-то ищет. Наверное, он сдать назад хотел, может, я ему помешала? А, может быть. Да приостановись. Посмотрим, как он делает. Он, да, он тут сдать назад хотел. А ты за ним следом ехала, да? Видишь, как все просто. Взял круг, объехал и снова. Бешеные собаки. Ну, такой автомобиль попробуй его разверни, да? Или у него хорошая маневренность? Ну, ты вот до сих пор бордюр шибаешь. Ну, я хороший водитель. Хорошо машина такая, что незаметно на бордюр наехал, да и ладно.
хочу вот этому человеку, думалось ехать сейчас. Не решается. В общем, за 2 недели аренды автомобиля заплачено $973. Вот и считайте, сколько это в день. 14. За 14 дней это посчитали столько. Тут еще железная дорога и аэропорт, все рядом. Зашли мы в Sam's Club, мы уже в Sam's Club. Смотрите, упаковка детского шампанского стоит 8,87. А это что ты, доча, увидела? Сыр с мясом, ну типа колбаса и сыр. Нарезка уже, и, да? Подарочная, 19,99. Нас любят такое дарить. Я хочу сказать, помнится, я домой такое привозила первый год, ты нам такое дарила. Так, вези тележку. Я вот сейчас, наверное, Феррера возьму, если Линдора не будет. Потому что я сколько денег на этот Линдор трачу. Как мимо пройти? Ой, ну упаковка тут, за упаковку, наверное, $5. Ну ладно, я возьму пока, посмотрим там. Вези эту тележку, я буду давай, записывать, давай, давай. А то я не туда и не сюда. Я, как всегда, рот открою и хожу, смотрю. Хорошо, что мы можем еще проходиться. Ой, Эльза, подушка Frozen, 14,98. Прям со входа начинаешь уже затариваться, чтобы ничего не пропустить и не забыть. Что такое, Алекс? Хай. О, какие рюкзачки. Мужчины с Samsonite. Боже, смотри, какие очереди здесь. Кассу. Обалдеть, как много людей. Да, сегодня последний день. Сюда все пришли. Пойдем. Почему последний день еще? Ну, потому что воскресенье, все же люди работают в обычные дни. Вот подарки уже пошли детям. Ну, это совсем бэбиком резиновые игрушечки. Смотри, самокаты. Алекс уже там боится. Так, а мы куда идем? Куда конфеты, идем мы, слушай, с пятачком? Ну давай, пойдем. Давай, пойдем здесь. Что это такое? О, это что? О, это орехи. Орехи, короче, миндаль в шоколаде. Орехи еще какие-то. В cinnamon. Что такое cinnamon? Мама! Что, Алекс? Смотри, сколько кенди я взяла. Видела его глаза. Но сейчас мы не можем прийти. Здесь вот такие подарки в ваннах. Так, пойдем снять, я шоколадку. Джек, да нет? $149 такой был. Мы его забрали за 2020 год. Уже нету, да? Что такое? Что не а? Что случилось? Куда что ты такое? Хочешь? Он хочет книжки, наверное, смотреть. Тюльпаны, как будто 8 марта.
так уж наконец-то мне нужно купить эти ириски, потому что я их очень хочу. Так, я сейчас выключаюсь. Все. Ребят, еду и думаю, что же необычного произошло. Вот здесь, кстати, снега больше с левой стороны. А необычное произошло то, что наконец убрали кукурузу. Кукурузы нигде не видно. И пасутся коровы. Выпускать их стали. А то так, то есть, по пастбищу они не ходили. По полям, вернее. А сейчас много коров, думаю, почему же они ходят? А кукурузы-то нет. Вот, все поля пустые, справились. Сегодня, это 22 декабря, и, наверное, пораньше убрали. Но мы когда последний раз ездили в Sioux Falls, я уже не помню, когда это было, в начале декабря, тут еще было засеяно, некоторые места еще не убраны были.